Народ, всем привет. Мы уже на улице, готовые в бой. Значит, сегодня видосик сделаю о всех недостатках, да? Вот я уже 3000 миль на нем накатал. Как бы накатал. Значит, что я увидел, что я нашел, что с ним не так. И, значит, звонил я Давиду. Давиду привет. Сент-Луис, Миссури. Зачем мне посоветовал двойную турбину не убирать, но немного почистить ее, весь хлам выкинуть. Допустим, вот эта ерунда, трамблер вот этот, да, с реальной свечкой, если кто не видел, да, сам не знал, что здесь свечка стоит. Это, говорит, можно все убирать, так как она уже не рабочая, да, вот эти все трубки куда-то идут, непонятно куда. Все это блокируется. И здесь просто ставится чистое колено, downpipe, да, называется. И идет чисто вниз. Так. И убирается вот та вторая труба. Видно, да, тоненькая вторая труба, которая газы идут назад в двигатель. Типа чистые. Очищаются. Вот этим массивным. Катали конвертер, да, и идут назад. Так, потом еще что еще, наверное, убирается. Скорее всего, вот этот клапан тоже можно его скинуть отсюда. Так как, если честно сказать, ну, турбу не надо будет, конечно, это самое снимать, но вот эту надо будет 100% снимать, даже водяную помпу поменять. Да, водяную помпу поменять, и то здесь очень много чего надо снимать, чтобы к помпе подлезть. И GR Cooler тоже снимается. Он тоже говорит, тут не надо. А как раз в GR Cooler идет вторая труба. Газы, получается, охлаждаются, типа того, и назад в блок или что. Короче, убивает мотор, одним словом. Я так понимаю, все вот эти трубочки лишние можно все позаблокировать, все убрать, вот эту ерунду с мотора сверху убрать. Не знаю, что за пластмасс, просто трубочки держит и все. То, короче, почистить, и просто будет как две турбины, и все. Пока так поездить. Но, если честное слово, оно мне вообще это все не нравится. Одна бы здесь шикарно бы сидела. Ну, хочу потягать грузы вот так, посмотреть, насколько он реально сильный, насколько он тянет лучше, чем одна турбина. Убедиться в этом сам. Значит, что я сделал в дороге? Вот эти резинки, они поставили новые, и солидола на них вообще нету. И вот на этих резинках весь создается шум. Я потом все-таки дошло до меня, думаю, а что если просто тряпочку пока кинуть и до дома вот так доехать? С обоих сторон тряпки кинул и пошарил. И скрип полностью исчез. Прям полностью. Так что вот эти резиночки смазывайте, не забывайте, и все будет добре у вас. Так, с этой стороны все. Насчет рамы. Ребят, насчет рамы, да? Я у него звонил, говорю, мужик, на фотографии, говорю, рама у тебя чистая. Он говорит, да, мы сэндбласт сделали, пескоструили, говорит, и покрасили 2 года назад. Я говорю, а вообще трак откуда? Он говорит, с Техаса. Ну, я подумал, его недавно с Техаса он купил, и рама более-менее целая. Но не тут-то было. Есть. Надо поработать над ней. Будем передний Airride Kit ставить. Все вот это будет сниматься. Все. И мы с Тёмой ее капитально зачистим. Прям весь вот этот передний кусок. Начнем спереда. И будем работать до зада. И просто все это зачищу. Вот эти все, как она называется, кавери. Кавери, это все зачистится. И прям покрашу с пистолета. Прям с пистолета дуну, и будет четенько. Так что с рамой обязательно займемся. Когда воздушные подушки будем ставить. И 1,5 рессоры. 1,5 рессоры еще куплю, поставлю. Такое дело. Не помню, вот минуту назад сказал или нет, что он его купил в 2013 году. Это 2011 года трак, а он его в 2013 году купил и пригнал с Техаса. То он 10 лет,
10 лет гонял по соли в этом самом, в Пенсильвании. Поэтому вот эти вот все детальки, даже air compressor, воздушный компрессор в масле. Так, потом power steering hose прям текет сильно. Его надо в первую очередь под замену. Он весь треснутый, на нем живого места нету. И он у нас текет здесь, а всю балку нам, короче, загадил. Но это обычная тема с этими питербилдовскими power steering. Всегда где-то что-то текет. Так, моторчик здесь сухой. И потом под низом я лежал, масло менял. Или оно все идет по поддону, с power steering hose там текет все, он в масле, да, идет по поддону назад. И получается вот здесь снизу, между коробкой и мотором, тоже в масле. То вперед надо сделать power steering, здесь все помыть и посмотреть. Может быть, коренной. Не коренной, подшипник. О, видите, помните, да, у меня вот Кеша 900 и так тек. А теперь этот Петрович стоит, капает. То надо сделать обязательно power steering, начать с него. А потом будем смотреть, если это сальник, между коробкой и мотором. Так. И потек у нас сальник заднего моста. Задние мосты сухие. А именно сальник. Хотя я смотрю, что-то и не сильно там-то и мокро. Короче, я думал, что вот этот сальник тоже потек. Но там вроде бы просто как грязь от солидола и все. То, короче, сейчас я буду все промазывать и буду все щупать дальше. И рама пошла, как вы видели уже, когда я крылья устанавливал. Рама пошла здесь. Она не сильно, как бы, не сильно вмятины туда, да, выявшаяся. Здесь хорошая наждачкой проходиться. Прям на грайндер ставишь наждачку и пошел. Все болтики здесь снять. Хак, кстати, посрезать. Потом болты поставить. Мне нравится, когда хак, кстати, их снимаю, одни болты торчат. Красивее. Ступеньку само собой сниму. Ну, потом, когда буду этим куском заниматься рамой. И так же самое с пистолета, ее всю Viper Red покрасить. Viper красная. Кто-то буквально написал, если я буду на Airlift, да, менять. Не, ни в коем случае. Я был доволен вот этой Flex Air, называется, вот эта пандура, да. Она как бы некрасиво на раме сидит, да, целый кусок такой. Именно вот этот Flex Air Suspension, дуга вот эта, она очень мягко поглощает. Задние мосты вообще не прыгают. На low lift, что у меня был, задние мосты подпрыгивают. Мне оно не понравилось. Старый low lift, то он капитальный. А новый low lift, пошел новый low lift, пошел 05 года пошел. То он, не знаю, он что-то ни к чему. Не, вот оно масло. Вот оно масло, где я его видел. Значит, текет масло. Надо будет вот этот сальник поменять на переднем мосту. Так. А wheel seals на колесах, сальники нормальные. Так, вроде все четко. Все остальное. Ну и вот такое дело. Так что раму будем делать по-любому. Я что-то по телефону обрадовался, что он с Техаса. Оказывается, он с Техаса давным-давно. Как говорится, давно и неправда. Ну... Рама, я бы сказал, не сильно убитая, не сильно. Ее можно подделать, даже тоненькую шпаклевочку сюда кидаешь, и все, она будет красивая. Ну и вот эту бочку выкинуть, так как на старых моделях, это у нас отходы масла, да, сапун называется. На старых кетах просто сапун идет с головки, простая труба, и капает все на землю. То как бы на землю уже нельзя, чтобы капало отходы, масла какие-то, да? Вон, видите, с головки.
головки клапан стоит, и все в нее он собирает, просто catch can называется по-нашему, собирает отходы все. Но все равно у него есть шланг, вот он шланг к нему прикрученный, он идет прямо до пола, прямо на низ. Так что, мне кажется, мы эту всю бандуру выкинем. В первую очередь. Она здесь как-то мешается прям, на глаза дерет. Ее и вот эти вот все хоузы надо посмотреть, куда они идут. А, это вообще у нас? Интересно. Это у нас получается coolant hoses идут. Сюдой поднимаются, идут в эту пластмассовую штуку и идут сюда, когда можно было просто цельный шланг кинуть и все. Ну и в салоне мне так же самое, я только дверь открыл сразу, смотрю, седлушки ржавые, педали ржавые. Думаю, понятно, понятно. Этот пис вообще нема пластмасски. Я говорю, где пластмасска? Он говорит, вообще не представляю, говорит. То надо будет заняться, все это сделать. Я уже на джанке этот пис купил, то у меня все есть. Только он с серым цветом, а здесь получается какой-то как браун, да, коричневый. Коричневый, а он серый там был на джанке, но я его забрал. Такое дело. Все датчики купил. На разборке с Тёмой ездили. Руль не было места у нас заехать купить. То есть места, время не было. По пути ехали, а время не было. Я говорю, Тём, давай заскочим, быстренько, быстренько, мэн. А Тёме надо было еще в порт успеть в пятницу. После Портленда. То, короче, я взял 6 датчиков. Один у меня есть, дома лежит. Остался, помните, я здесь парометр поставил. И снял датчик с того белого. Так что он у меня есть. И пару сюда взял. Еще один круиз-контрол взял. Этот вообще сношенный, а там прям как новенький был. То я взял на переднюю suspension, взял себе также второй этот самый suspension load взял. Второй будет стоять на переднюю ось, давление будет на подушке. И здесь очень много spare. Spare это получается, ну там ничего не стоит, да? Это хочешь ставь, хочешь не ставь. Меня радует, что здесь полностью все ряды. В белом у меня как-то вот так 4 было и все, да, я тут Peterbilt сайн наклеил. А здесь они все дырки вырезаны, отверстия. И я взял auxiliary на типа на фары, будет у меня идти на бампер, на фильтра, лампочки. Взял назад, на спалке будут стоять вот такие же. Вот тут один стоит на спалку, да, такой же самый взял. Здесь поставлю, так как на спалке у меня будут двойные. А ближний свет на ночь, а как яркий свет переключать буду вторым тумблером днем ездить, чтобы лампочки видно было сдалека. Это сзади на спалке так будет. Ну, пока вот так. Сейчас рацию взял, повешу, прикручу. Так, давайте с вами заведем его, да? Я хочу накачать воздух. Накачать воздух. И воздух более-менее держит. 50, да? Нормально так. И тормоза подвести все. Задние у нас простые. Не дисковые, барабанные. Так шел с завода. Иногда вот так делают. Передние на дисках. А задние на барабанах. Компрессия, то есть не компрессия, а oil pressure. Нормально? Ну, я поменял, конечно, масло. И кто-то задавал, если у меня сам я делаю на 700 оборотов ставлю. Нет, вы знаете, мне Серега поставил раз на 600, тот белый предыдущий, да? И он мне не понравился, он как начал трястись, а вибрация какая-то появилась, очень низкие обороты. У меня большинство, все траки на 700 оборотов работают на нейтральной, или как сказать,
забыл это слово. Ну, короче, вот сейчас он маслает на 700 оборотах. И мне так лучше нравится, чем на 600, если вы это имели в виду. Так они идут с завода. Но кому не нравится, они их переделывают на 600 оборотов, чтобы просто, когда он стоял на холостых, вот, на холостых работал, чтобы типа того экономил солярку. Ну, классики, мужики, сами понимаете, не в солярке дело, а все дело в капоте. Так, едем до нашего друга-механика Дудор. Так что Дудору привет, респект. Если будет время, пускай сальник меняет. И надо посмотреть, что он знает за этот мотор. Может, он мне поможет его оголить. Так что заезжаете, как говорится, в Такома. Даунтаун. Это у нас 509-я хайвей. И поворачиваете на Пасифик. Вот она, Пасифик улица. Поворачиваем налево. Если вдруг кому-то надо будет. Прямо перед высоченными горами. Вот как пошел этот самый Сан-Франциско горы, то сразу уходите влево. Это у нас Пасифик Авеню. Прайд. Поняли, да? Была вывеска Такома, а потом Прайд. Это вообще. Это надо полностью текать с этого штата. Голубятники, а? Такомовская. Еще и Pride Month этот. Или уже был, или этот. Но June, да? Июнь. Да. Прикольный штат, конечно. И потом уходим на South Tacoma Way. На South Tacoma Way. И потом возле радиатор. Как он называется? Performance Radiator. Уходим направо. Сейчас покажу, вдруг кому-то надо будет. Кто-то поломается, если тут какой-то сервис надо. Или ретюн надо будет мотору. То у Тудора все есть. Поснимаем достопримечательности Такомы. Вот они сидят. Вот они, красавцы. Просто красавцы. Так, один остался. Здесь раньше вся улица была в палатках. А ты что, неужели тоже чистят, а? Вот слева еще одна палатка. И вот здесь вся парковка была слева. Они их всех прогнали. И вот эти конс поставили оранжевые, чтобы они там больше не жили. Гонят, конечно, помаленьку, отовсюду их. Ну, большая проблема. В нашем штате большая проблема с бездомными. Так как с Мексики все бегут в Лос-Анджелес и двигают помаленьку с Калифорнии в Орегон, а орегоновцев двигают в Вашингтон. А нам уже некуда двигать. Сзади Москва, понимаете, все. Так что нам сдаваться некуда. Мы едем до Тудора. Как-то так. Значит, кто эту эрию знает, да, вот у нас слева мост идет, это пятерка, фривей 5, а впереди фривей 16 сверху. Чтоб вы имели представление, как до самого классного механика в Вашингтоне попасть. Я его уже снимал, именно сам шап снимал внутри. Некоторые даже звонили, но были, говорит, несерьезные клиенты. Как-то позвонили, договорились, а потом исчезли. Ребят, так не делается. Если я поручаюсь, да, за свой канал, за своих подписчиков и за своего механика, вот оно, 16-ка сверху, то ты хоть вы меня не подводите, да? А то, говорит, позвонил, говорит, я от дяди Вовы. Получается, Тудор скачал там какую-то программу специально для вас. Это если вы меня сейчас смотрите, я для вас обращаюсь. А вы потом не приехали и не позвонили, просто исчезли. А на ему программа это бабки встала. Тут
тоже не подводите, да? Ни меня, ни людей. Спасибо за понимание, ребят. Значит, потом у нас идет где-то здесь A1 Performance радиатор. Premium Motors. Классики стоят. Раньше здесь состоял Fleet Pride был. Вот он, Performance Radiator. Только я уже сам заблудился, да? Я проехал, по-моему. Да, я проехал. Ну ладно, свернем на Пайн и возвратимся. Улицу проехал. О, какой! Так я не смог прочитать, что за машина. Ну да ладно. Короче, сделал я кружочек и еще раз едем. По-моему, надо было на улицу 5 сворачивать направо. Это перед радиатором. Сейчас посмотрим. Ага, да, вот она. Компания вот. Или тут можно было заехать. Или вот получается, как радиатор увидели. Вон кактус. Так сразу сворачивайте на улицу 5, как город 5, свартаем его направо, и вот он у нас, сразу упирается в его шап, справа Атаман USA, так что кому надо, заезжайте, ремонтируйтесь. Подсоединяем компьютер, смотрим, что почем у нас тут. Наш ECU покажет, сколько лошадей, торка, да все такое. Советует мне на одну турбину сразу поменять. Повыкидывать все. И новый тюн поставить. Так, народ. Значит, подсоединили компьютер. Показало 475 лошадей и 1850 торка. Так что все будем перекручивать, накручивать, переделывать. Тудор мне посоветовал одну турбину ставить и ничего с этой не убирать, как я думал. Может, почистить и двойную турбину оставить. Он говорит, не, говорит, не занимайся, говорит, ерундой. Ставь одну турбину, и мы его накрутим на 650 лошадей, и будет ништяк. Так что будем это все делать, мужики. Кто спрашивал вопрос? Будешь на одну турбину делать? 100%. Мне саму эта двойная турбина вообще не нравится. Как там все смотрится с правой стороны мотора. Так, и кондишн заправил я в этой самой, да, в Южной Каролине. И он у меня вытек весь по дороге. Нашли, где текет. Внутри он фильтр грязнющий вытащил. И радиатор внутри текет. Прям слышно шипит. Так что буду радиатор менять. Дома как раз у меня есть новый. Я на тот хотел менять, все делать. И так и не сделал. Сюда поставлю. Такие дела. Так что кому-то надо механик классный в Такоме. Обращайтесь. Вот такой аппаратик Тёма себе приобрел. С чем мы сейчас будем работать, снимать, заводить. Ух, фьюл есть, да? Чек, сделал, все. Ну да, значит, а ступеньку откручиваем. Тёма, прикольно сделано. Смотри, где ступенька стоит, крепление. Вместе с кабиной одно крепление. Вот кабина прикручена, и вон пошла вся крепление ступеньки, то ее надо будет снизу выровнять просто и все. А уже, это, это двигатель, да? А это отдельный. Стак на ней прикрученный. Ну да. Да. Тоже ровная. А нет, тоже ушла чуть. Снимаем battery box, да, ступенька, чтобы батареи поставить. Бак заваленный. У меня бак есть один.
брательника заберем. И средний мост вот этот. Немного погнутый где-то. Так он целый вроде бы, да, на глаз смотришь. Но нам сказали, он погнутый. Мы купили другой. Задний мост целый. Задний мост целый. А этот где-то погнутый. Тёма, где мост погнутый, я не вижу. А, ну да, колесо вот это кривое, 100%. Где-то в этом месте он загнутый как-то получается. Здесь стояло тоже дополнительное колесо. Мы там в ярде сразу сняли. Спалка обломота с обоих сторон. И этот бак тоже, оказывается, замятый. Я думал, хоть одна сторона целая. Два бака надо новых. И две ступеньки тоже. Это тоже ступенька снимаем. Бракет здесь ровный. И здесь бракет непонятно. Вот это надо снять. Короче, сегодня мы все откручиваем. Таким макаром выгинаем крепление. Что Тёма сказал, то самое есть. Вот этот бракет крепления идет прямо на самую кабину. Кабину держит. И оно здесь сюда было загнуто. Мы ее кувалдой били, оно не шло. Кажется, надо наоборот кувалдой теперь отсюда бить, не? Еще туда ударить? Угу. Или может туда теперь? Пока она в натяжке? Угу. Она со скотчестью упадется. Ну да, ну да. Просто может теперь, видишь, ты цепь гнешь. Теперь надо передвинуть ее повыше. Да? Я думаю, теперь надо повыше передвинуть ее. Давай повыше. Давай, вот сейчас мы ее передвинули хорошо, смотри. Просто посмотри, насколько она уйдет. Назад. Или можешь уже ровно встать. Но уходит назад и все. Ладно, поехали выше. Вот так. А потом еще бить по низу.
кресло мне выскочит. Тот конец не выскакивает. Не, не, не. Вот здесь выходит. Я думаю, бакс засунется. А потом баксом выровняется и все. Может. Сейчас вместе. Где тебе тут подтянуть? Вот там отваляются все. Вижу, вижу. Окей. Come on. Окей, все. Тяни, и вот рядом еще один. Потяни вот так до конца. Все. Ну, давай их сюда. Потому что эти идут на стенку сюда, а эти идут на батарею. Я мне тут не пойду, по другому никак не пойдет. Понял. Стой, 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 стой. А вот еще две. Стой, на нечто толстое. Вот. И вот последний. Красный. Два красных, да, и два черных. Окей. И теперь вот это, какой-то надо вот этим потянуть. Вот это, что вот это, потяни до конца. Да, да. Все. Натянуто. Все, да? Ага. Дела идут в гору. Все, ступенька блестящая. На свалке еще такая же, это самая ступенечка есть. Тёма ее заберет. А то Виталика ступеньку надо перекрашивать, она вся зеленая. Так что, Виталик, мы тебе ступеньку назад возвращаем. Ладно, ладно, продадим здесь, подороже загоним. Да, лучше я хотел оставить. Так, примеряем новый бак. Как раз на те две дырки, куда мы хотели. Брательнику привет, это брат оставил бак от своего 900-го. Как раз нам пойдет. То надо будет сейчас страп передвинуть назад. Здесь маленькие баки стояли, помятые. Замерили, куда страп будем передвигать. И сейчас надо будет два отверстия просверлить. Ну все, Тёма, крути, на тебя весь мир смотрит. А что крутить, надо держать? Как ты инсайд? Ну вот, 18, я тебе приготовил. 18 берешь, засовываешь его, и оно идет легко. Not these, because these are on the cross member, which is always harder. И то, слышь, там огромные. Может, давай air tank вперед оценим. Вот это за мной. Ну, сюда просто сделай. Окей.
Steel Diesel loosen up. Угу. Давай вот этот. Давай. Нижний. Нижний вон тот. Передний. А, передний. Угу. Давай. Стой, стой, стой. Давай. Последний или на третий поставить? На третий должно. На третий? Угу, на третий. Не на третий, но на последний почему-то стоит. Опять, наверное, нажал. Пошла. Пошла, пошла. Держи. Давай. Снялось? Да, да. Тогда откручу. Ага. Здесь мне болт будет мешать. Ты верхнюю сможешь там открутить? Открутить? А она подлезет, да. Да. Да, да, давай. Потому что, ну, переднюю смогу здесь одернуть. Ну-ка, на отключи, да? Ну, на, переднюю смогу. А, да. Переднюю сможешь? Давай назад я тебе кину. Ну, на тогда. Гайки легче будет откручивать. Ну, давай. У меня нет. Мертвый. Мертвый сидит. Давай. Ну, окей, давай следующую. Нахуй. Ух ты, а это большая. Это вообще like a... Ну, bigger bolt? 7/8, да. И тут looks like bigger nut. Да ты че? More than 7/8, 15/16. Да, this not works. 15/16. Да. Да, 15/16. Я тебе сейчас могу под низом вот это вытаскивать. Я тебе сейчас головку дам. Посмотри. I don't know, it might work. Давай, пробуй. Все. Mm-hmm. Все, пошло. Значит, мы этот вытаскиваем болтяру, а тот не вытаскиваем. We gotta loosen up both the U-bolts on the tanks. Вот именно. Пускай на том пока висит на одном. Теперь, здесь у нас 13. Mm-hmm. Давай пистолет. Я их дергаю и все. Где пистолет? Ладно, возьму. Обе, правильно? И двигаем его. A little bit. I guess, but what is this fitting? Look how loose this fitting is. That's definitely an air leak right there. Right there. Это мне кажется, знаешь, что вот ведропочаш. Наверное. Tank весь? Ага. No. Because, no, no, no. Вот тот fitting. Because this truck only has two air tank, which что-то маловато, не? If you have more air tank. Там, наверное, airlines уже, наверное, не даются. Да. Если будет right here. Ты то, что там открутил его гайку? Угу. А то такое чувство, как будто это самое. Давай сюда сразу прикручиваем, ну, сюда. В землю уперлась. Так. Здесь от пластины тоже. Угу. А это потом, да, идет? А, давай мы ее. Время потом, это сразу, вот, вот так. Ну вот этот вот. Идет потом. Мы сейчас сверлить будем. А, ну да, нам сверлить надо, да. Это сайт. Мешаться будет немного. Ну, ты не хочешь зачистить там? Да, потом не стал тайн. Грандером. Под низом. Потом не стал тайн. Нижний давай затягивай. Да, потом большой. Или вперед большой затягивается, потом нижний. Давай нижний.
нас 16 головочка. Затягиваем. Там верхний, аккуратненько. Ну, говорите, я взял еще мягкий. Все, теперь тут соскакивает. Чего? Ну, я вроде затянул. Там не подлезет? Там нет, здесь болтяра длинная мешается. Окей, ну, вроде хорошо. Оно затянулось, потому что я даже уже продвинуть ну, не могу. Ну, да, да. Все, отстань. Да. Вверх. Что-то сильно вниз давим. Вот так. Батарейку поставь новую. Угу. Да, все уже, наверное, убираю, не знаю, как-то надо.